Ну что, я делаю концовку против молодой бабушки Гренни. Внучок, подожди, ты же молодой тоже. Давай ты будешь моим парнем. Будем очень хорошей парой. Гулять будем, целоваться. Раз, два, три, погнали! Один лайк, минус одна молодая бабка. Поставь лайк прямо сейчас, и молодая бабушка тебя не съест. Всем привет, друзья, с вами игрок Адор. Хотите, я вам покажу сейчас молодую бабку Гренни. И я нашел эту бабку в просторах интернета, но эта бабушка непростая. А, ты где? О, привет, я бабушка Гренни. Что? О, тихо, нет. Залезь. Щет! Ты где, иди сюда? О, внучок, я застряла. Ты что, снизу? Хм, я не могу добраться туда. Ну ладно, я тебя вижу. Смотрите, как она ходит, как у нее какое тело двигается. Кто там ходит? Какие-то дети маленькие. Я еще не знала. Что не знала? Походу, эта молодая бабушка Гренни не знает то, что тут ходят внучки у нее домики. Не мешайте мне, я пойду. Краситься. Предлагаю посмотреть весь домик этой молодой бабушки Гренни. Но она уже не бабушка, да, получается? Но, короче говоря, это сложно, я не могу объяснить. Так, что у нас тут? Есть что-нибудь? Смотрите, даже интерьер все поменялось. Так, возьмем шестеренку. Идемте к маленькому домику. Вот это да! Интересно, садиться могу? Могу. Смотрите, телевизор все полностью поменяло. Она сделала ремонт себе. Ну, мы, видите, не знали, как выглядит молодая бабушка, да? Смотрите! Едрить, колотить! И что у нас тут на улице? Кстати, этот интерьер мне напоминает Балди почему-то, да? И тут стоит какая-то фигня. Воу! Блин, она тут, смотрите! Ты где? Иди сюда. А, кто там кинул? Ах, блин. Смотрите, там сверху какое-то здание. Блин, только сделала ремонт, только построила себе домик. Уже кто-то мешает мне. Кто это может быть? Кто? Никто! Ага, опа, капканчик поставлю, я умею капканы ставить. А, я индейка, я скоро стану бабушкой. Ой, иди сюда! Реально на индейку похоже, ребят, смотрите. Это просто жесть. Короче, давайте зайдем сюда. Закрой. Залезай сюда, чел. Ну ты что, совсем офигел? Иди сюда. Я страшный вампир бабка Гренни. Но я молодая. Смотрите, а что тут Балди делает? Чего? О, привет! Дверь. Что, она дверь хотела открыть или закрыть? Что с ней не так? Ну, выходи оттуда быстро! Я тебя поймаю сейчас! И накостыляю! Видишь? Блин, а только хотела пойти на вечеринку! Какую вечеринку? У тебя есть друзья, что ли? Ну да, конечно! Какие друзья, ребята? О, пойду! Мне нужно еще к Гренпа сходить! Он же мой парень! Ой. Кстати... Бабушка, в будущем он твоим будет мужем, понимаешь? Ах, понимаю. Да, ребята, Грэндпа, ее парень пока что. Смотрите, что у нас тут? У нас тут ключ. Давайте быстренько откроем. Ты что, ты где? О, помоги, что происходит? Вау, кто-нибудь? Ох, блин, видишь мою доминку? Хочешь вкусить ее вкус? Не хочу. Вставляем сюда шестеренку. Боже, это что за картина? Это она когда маленькая? Смотрите. Бабушка Гренни когда маленькая, когда подросток и когда старая. Она не может дверь открыть, смотрите. Гляньте. Ах, помогите, кто-нибудь. Спасите, не могу дверь открыть. Кто-нибудь. На, открыл тебе дверь. Проходи. Боже, она забаговалась. Ладно, бабушка, пока ты там тормозишь, я схожу на второй этаж. Давайте посмотрим, что вообще тут есть в этом домике. Боже. Реально, молодая бабушка Гренни только поставила свежий ремонт. Когда она станет старой, тут ремонт будет вообще конченым. Смотрите, Анжелки нет. А, интересненько. Так, да, Анжелки нет. Но это, наоборот, наверное, круто. Кстати, у нас тут есть, получается, плоскогубцы. Так, что у нас тут? У нас Мишка тут есть хотя бы или нет? Ну-ка, смотрим. Да, Мишка должен быть. Смотрите, Балди Мишка. Я не понял. Бабушка Гренни, это значит Балди? То есть весь секрет в этом? Офигеть! Балди причастен в том, что бабушка стала старой пердункой, вонючкой. Я предлагаю посмотреть сейчас машину. Ого! Какой тут подвал! Гляньте! Ну-ка, давайте сходим к машине. И... Вау! Офигеть! Это что за тачка?
Ну-ка, занавески. Что за... Я понял. Мы можем сесть, но почему-то тут нарисован Балди. Что за... Блин, бабушка, ты что-то меня удивляешь сейчас, серьезно. Эта молодая бабка, походу, изменяет грэндпа с Балди, боже. Так, тут есть баня. Она вообще рабочая? Баня не работает, хорошо. Так, обрезаем. Давайте обрежем еще на двери. Она тут, как она там оказалась? Иди сюда, иди сюда быстро. Ох, какой молоденький, хорошенький. Я люблю таких кушать. Я же тоже молодая. Что, блин? Так, я обрезал. Ну-ка, сходим на третий этаж. Иди сюда, ну ты чё? Куда ты собрался? Ну ты что? Я молодая бабушка Гренни. Ты чё, как я тебе? Какой, как мне макияж? Макияж тебе не подходит, пошла вон. О, как она дверь открывает быстро. Вау! Это что происходит тут? Тебе не нравится мой макияж? Я тебе покажу, что такое. А? Не-не-не-не, мне все нравится, прости. Мне нужно найти молоток. Пока молотка не вижу, но, возможно, он в комнате Мишки. Давайте посмотрим, как выглядит. Это бабушка. Ее, кстати, кличка Мэйди почему-то. Вместо Гренни Мэйди. О май гад, красные глаза, смотрите. Ядрить, колотить, японский кактус. Иди сюда. Нет. Ты что держишь? Я держу Мишку. Ну-ка, отдам Мишку быстро. Я очень сильно разозлилась. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, я танцую танго. Ой, я выгляжу как классная-классная девушка, да? Меня все полюбят. Да, бабушка, ты, конечно, молодая, выглядишь очень странно. Кидаем сюда Мишку, пусть валяется тут. Рукоятка. Подбираем, поднимаем колодец. Напишите комментарии, какая вам бабушка Гренни всего страшнее. Вот эта маленькая, которая там нарисована, либо молодая подросток, либо старая пердунка. Напишите прямо сейчас комментарии. Ну, это Мэйди, да, молодая бабка. Она, конечно, немножко стрёмная. Забираем молоток, уходим. Так, комната Слендерины. Ну-ка, что она мне покажет тут? Так-так-так. Шестеренка, найс. Ну-ка иди сюда, ты проказник. Я проказник? Может ты? О, блин, нет! Ха-ха-ха-ха-ха. День два. Ой, сейчас надо позвать Грэндпа, а то что-то скучно. Какой-то внучок ходит, чтоб он поймал его. А Грэндпа не знает про Балди, ха-ха-ха, мои секреты. О, не узнает. Я узнаю, понятно? Хопа, тихо, я узнал все. Я расскажу... О, блин, нет, нет, нет. День три. Я все расскажу Балдосу. Ты поняла? А, иди сюда. Что ты сказал? Кому ты там что расскажешь? Ну-ка быстро расскажи мне. Нет, не расскажу. А, если ты расскажешь Грэндпа, то что я встречаюсь скрытно с Балди, я тебя дам по башке. Нет, ты даже не знаешь, что я такой. Я простой внучок, который ты меня держишь тут. Зачем ты меня держишь? Вот в чем вопрос. Так, давайте возьмем ключ отсюда, выпьем кей. Молодая бабка, иди сюда. Я тебя усыплю и все. Не надо, меня усыплять. Что? Это что такое? О, я бабушка Гренни. Ха-ха-ха-ха. Как тебе такое? Узнал секретик? Что? Пошла вон! Она застыла, смотрите. Она не двигается, она не падает. И где мой дротик? Верни дротик. Ага, padlock key. Давайте откроем дверь, потом возьмем молоток, откроем там еще деревяшки, раскроем. И все, нам нужно найти потом последний... Получается, ключ. Что это такое, ребята? Закроем, откроем. Вот это, конечно, да. Теперь мы узнали секрет молодой бабушки Гренни. Так, давайте последние штрихи. Хоп-хоп. Давайте вызовем Слендерину. Эй! Офигеть! Что это? Балди, Слендерина и плюс волосы какие-то. Это тоже молодая Слендерина? Очуметь. Ну что, я делаю концовку против молодой бабушки Гренни. Внучок, подожди, ты же молодой тоже. Давай ты будешь моим парнем. Будем очень хорошей парой. Ха-ха. Гулять будем, целоваться. Раз, два, три, погнали. Черт. Офигеть, смотрите, Мишка. Балди Гренни. И Слендерина Гренни, что происходит тут? Где молодая бабка? Что тут происходит? Окей, ребята, надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Я постарался. Мэйди,
молодая бабушка Гренни. Надеюсь, вам понравилось. Поставьте обязательно лайк. Посмотрите мои видеоролики, прямо сейчас выйдет, конечно, заставки. Заходите, смотрите, подпишитесь, посмотрите мои плейлисты и так далее. Все, всем удачи, всем добра, всем спасибо, всем пока!